Обзавестись огнестрельным оружием и быть готовыми защищать семью, рекомендовала полиция штата Огайо жителям городка Пайктон, где 22 апреля произошло массовое убийство. Неизвестные застрелили 8 членов семьи Роден. Погибшим было от 16 до 44 лет. Почти все они спали, когда раздались выстрелы. Нападавшие оставили в живых лишь малолетних детей, включая новорожденного младенца. Убийства произошли в 4 домах, где жили члены семьи Роден. Рядом с 3 из них были обнаружены плантации с марихуаной. В штате Огайо выращивание каннабиса запрещено. Полиция полагает, что убийства были спланированы заранее, а жертвы выбраны не случайно. И тем не менее, власти пока не спешат официально связывать преступление с марихуаной. За информацию о нападавших объявлена награда 25 000 долларов.